Привет, друзья! Буду говорить тихо, потому что люди еще спят. Сейчас еще 6 утра, я собираюсь в магазин, начинаю свой поход. Одеваюсь, короче говоря, маски и перчатки. Решила надеть две маски, чтобы понадежнее. У нас, кстати, ночью выпал снег в Питере. Смотрите, что происходит во дворе. Люди уже гуляют с собачками, так что надо побыстрее. Одеваюсь, короче говоря. Ой, дышать невозможно уж. Точно как на операцию. Итак, я уже дома, вся запотела, запрела, там в шапке ходила, практически ничего не снимала. В перчатках до сих пор, но я их уже помыла хозяйственным мылом. Сейчас буду разбирать продукты, которые я купила. Что-то на балконе оставлю. Тут у меня они уже лежат. Принесла вот рюкзак и один пакет. На балконе оставлю, что-то в холодильник сейчас помою и положу, что-то в морозилку. Что-то для мамы купила, поэтому не знаю, как мы с ней. Ну, там колбасу ей купила, сыр. Наверное, пересечемся. Тут все у меня уже развешено, то, что, в чем я ходила, потому что пусть это на балконе висит 1-2 дня. У меня есть еще в чем ходить, если что, если я куда-то соберусь. Снег у нас в Питере. Ну, а я разбираю продукты. Так, что я купила? Маме сардельки. Это пироженки себе. Очень сладкого не хватало. Цветную капусту купила. Недорогая, кстати. Себе колбасу. Маме колбасу. Она не может твердую есть. Ну так, немножечко побаловать себя мясным. Так, ну это я все несу на кухню, мою и в холодильник. Сыр маме себе тоже на кухню. Купила куриный бульон на всякий случай, вдруг мяса не будет. Так, чтобы хоть пару раз супчик сварить. Хлебцы себе. Мне и маме апельсины. Вот их я тут разложу. Огурец, он запакованный, помою, положу в холодильник. Хлеб бородинский. Кефир. Молоко. Опять буду блинчики делать. И яблоки. В принципе, на балконе раскладывать нечего. Все это можно помыть, кроме апельсинов. Апельсины были на развес. Апельсины распакую, пусть пару суток поваляются на балконе. И мешочки тоже. Опять мылом промою все. Говорят, надо все мыть хозяйственным мылом. Вот принесла все на кухню, в центр положила, потом продезинфицирую. Пока помою. Вся такая лохматая, но пофиг. Помою все с хозяйственным мылом. Посмотрим, как это поможет, не поможет, на всякий случай. Лишним не будет. Сыр я уже помыла. Кефир. Молоко.
что сразу в морозилку. Вот хлеб не знаю, как мыть. Бородинский купила себе, ну так, протру. Надеюсь, через целлофан не пройдет. Хлебцы тоже на балкон вынесу, как и пироженки. Там зима, нормально все с ними будет. А, это тоже надо было на балкон, отнесу. Сардельки, огурец и колбасы. Немного я купила, в принципе, хватит. Теперь яблочки помоем. Горячее включить. Вот все у меня помыто. Я, конечно, не так прямо параноидально отношусь ко всему этому, но стараюсь соответствовать тому, что рекомендуют в данных условиях. Потому что, ну, пока мы не знаем, что это за вирус, фиг знает, как с ним бороться. Поэтому все, что советуют, стараюсь выполнять. В перчатках, в маске, горло полоскаю. Кстати, горло надо прополоскать сейчас. И пойду в душ, обмою себя всю этим хозяйственным мылом. Потому что, как говорится, лучше пере, чем недо. Так что будем перестраховываться, выполнять все рекомендации и будем надеяться на лучшее. Ну и потом буду наслаждаться завтраком. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. Будьте здоровы. Пока-пока.